Пока внимание всего мира приковано к внешнеполитической ситуации между Россией и Украиной, в Китае началась новая волна пандемии коронавируса. И хотя большая часть носителей вируса бессимптомные, число их стремительно растет, и во многих городах введены жесткие ограничения. Самое страшное положение дел царит в Шанхае. Сегодня этот мегаполис практически парализован и находится на пороге гуманитарной катастрофы. На самом деле есть несколько стратегий в борьбе с различными эпидемиями, инфекциями. И вот Китай, и не только Китай, и другие страны есть такие, которые ввели понятие и практику нулевой терпимости, в данном случае ковид, зероковид называется. То есть они предотвращают распространение инфекции на своей территории самыми жесткими мерами. И это их право. До недавнего времени это все работало отлично, но когда пришел омикрон и его отдельные варианты, которые оказались еще более заразными, чем исходный омикрон, выяснилось, что вот та политика, которая была, придерживались которой, она была недостаточной. Они поэтому еще сильнее ужесточили, потому что чем заразнее инфекция, тем более жесткими мерами мы вынуждены ее останавливать. Администрация города выделяет деньги на продуктовые пайки администрации горденов, жилищных хозяйств. Их задача найти и договориться о поставках продовольствия в городе, в котором запрещено почти все движение, в том числе и торговое. Продуктовых пайков не хватает, поэтому жители делятся припасами с соседями, у которых совсем не осталось запасов. Над Шанхаем запускаются дроны, чтобы выявить нарушителей карантина. Также без конца проводится массовое тестирование населения, чтобы найти и обезопасить от каждого с положительным тестом. Ну, на сегодняшний день количество зараженных лиц в Китае максимальное за всю историю этой эпидемии. То есть, безусловно, она уже превысила, и причем во много раз, ту ситуацию, которая была в Ухане в 2020 году. Эксперты предполагают, что в результате политики локдаунов страну может ожидать серьезный продовольственный кризис. Что будет осенью, когда нужно будет пожинать урожай, который не успели посеять весной? Через полгода продовольственные проблемы встанут в полный рост. И не только в Китае, но и во всем мире. Ася Шихмина, Александр Кузнецов, Универньюз.